Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в ломбарде «Титан». Ломбард «Титан» для всех и каждого. Один человек пострадал в пожаре на улице Ломоносова. Там, в жилом доме, вспыхнула коммунальная квартира. На месте ЧП пожарные обнаружили спящего квартиросъемщика. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». До приезда пожарных соседи пытались потушить огонь сами, но ничего не получилось. В итоге потерпевшего сотрудники МЧС обнаружили на диване. Мужчина был без сознания, его с ожогами госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. По основной версии, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении пострадавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники пожарного надзора предупреждают, что зачастую схема «выпил, закурил, уснул» приводит к гибели. На улице Торфяной полностью сгорели две хозпостройки. Спасти имущество не удалось. Пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Сейчас по данному факту проводится проверка. В садоводческом товариществе «Северянка-3» в Октябрьском районе Кирова за 8 часов сгорели два дома. Один сгорел в 12 часов дня, другой в 7 часов вечера. Спасти их пожарным не удалось. К моменту приезда здания были полностью охвачены огнем. В обоих случаях виноват неустановленный поджигатель. Сейчас его разыскивают. Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело по факту убийства супругов Агарковых. Напомним, обвиняемый по этому делу 30-летний Константин Шихов в квартире на улице Мостовицкой в Чистых прудах убил 20-летних Маргариту и Александра Агарковых. Я, соответственно, подошел, так вот воткнул к нему, придавил коленом плеча и начал туда вот двигать нож, чтобы, ну как, перерезать гортань. Подельнику Шихова Олегу Чикишеву за укрывательство и групповую кражу грозит до 6 лет тюрьмы. Константину Шихову за двойное убийство, в том числе убийство беременной женщины, а также за групповую кражу грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное наказание. Дело направлено в Кировский областной суд. Михаил Вагин, место происшествия.